понравился этот флешмоб? Очень весело, интересно и сплочает. Нужно держать пред над собой. Как вам флешмоб, который сегодня у нас прошел? Ну, я на разных флешмобах была, но этот мне понравился больше всего. Хорошо, спасибо. А чем он больше всего запомнился вам? Тем, что я участвовал в нем вместе со своими сотрудниками в компании, которая мне нравится работать. Александр, скажи, пожалуйста, чем запомнился тебе этот флешмоб? Это полное было и интересно, интерактивно, и еще хочу. Евгений, скажите, пожалуйста, чем вам запомнился этот флешмоб? Тем, что очень трудно, оказывается, организовать людей, но нам это удалось. Ну а как скажете в следующем, если еще будет компания организовывать подобные флешмобы, будете участвовать? Возьму даже руководство над этим. А в будущем планируются ли еще подобные? Конечно, планируется не одна акция. Для наших сотрудников будет очень много мероприятий, которые, надеюсь, запомнятся не меньше. Спасибо большое.